Продолжаем делать рыбу под маринадом. Вот, начистил морковку. Теперь у нас все готово к старту. Разжигаем плиту. И пока сковородка греется, маслица побольше, потому что оно впитается. Пока сковородка греется, натрем морковку. Так, стоп. Ну, это не очень правильная сковородка, поглубже бы. Ну, как бы, какая разница? Сейчас сделаем. Будет все нормально. Вот эта вот морковка хорошая, а вторая какая-то вялая была. Но вялая тоже годится, потому что не выбрасывать же ее, правильно? Стол чистый, по-моему, только что. Поэтому то, что на него упало, тоже прекрасно идет в пищу. Так, и вот это. Да? Морковка в этом году сладкая, хорошо. Отличная морковка. Правда, какая-то подозрительная, уж больно хорошая. Ну, что-то я не верю, чтобы прямо вся морковка была хорошая. Раньше такого не было. Ну вот. То, что не стерлось, оно можно съесть на ходу. Должен же быть какой-то бонус повару. Правильно? Так, вот здесь вот пережариваем это. И лучку туда. У меня луку сегодня не очень много, так бы надо бы 3 головочки туда, наверное. В общем, все то же самое. Эта заправка похожа на заправку в щи. Это похоже на то, как мы делаем мясо тушеное. Никаких фокусов. Все одно и то же, но вкус почему-то получается разный всегда. Ну, вот. Так, что-то масла мало. Подозрительно. Куда оно делось? Добавим еще. Так. Еще ручку. Тут вообще торопиться некуда, потому что пока там пережарится туда-сюда. Но время-то идет. Вы же видео качаете. Видео тяжелое. Поэтому я стараюсь делать побыстрее. Когда делаешь быстро, то больше летит всякой огрызков по сторонам. Ну, ничего не поделаешь. Тейкс. И ложечка нам нужна, да? Мешает все это. Какая-то страшнее. О, уже запахло вкусненьким. Слушай, надо еще масла, не хватает. Очень быстро впитывается. Ну, так же и вы, когда делаете, чувствуете, что-то надо. Вам собственный организм подскажет, что надо делать. Так. Вот сейчас была бы вторая сковородка. Она у меня занята. У меня есть 2. Сейчас бы я это сделал бы, поджарил бы вот эту рыбу.
А так придется ждать. Придется ждать. А чтобы делать, сделать вот это. Ага. А это другое видео. Это будет про уху. Ну что, пока пережариваем. Пережариваем. Нужно найти томат. Потому что сюда же еще томат идет. Так, что у меня последняя банка? Томаты или не последняя? А, нет, еще одна есть. Оп. Открыл. Так, вот не помню, вода сюда нужна? По-моему, нужна. Нужна, точно. Без воды никак не обойдется. Ну, давай, пережарим. Так. Ну, что тут вам показать пока? Вот еще печенка осталась. Не знаю, куда ее пустить. Надо попробовать. Нет ли там горечи? Нет, горечи нету. Значит, ее тоже можно в уху бросить. Это очень важно, когда чистишь рыбу, не раздавить желчный пузырь. Раздавишь, будет горько. Поэтому аккуратненько смой. Аккуратненько потрошите рыбу, чтобы не раздавить. Так, ну что, пахнет хорошо. Пахнет хорошо. Оно сначала выкипает влага. Вот морковка особо влажная у нас была, да? Потом начинает уже пережариваться. На маленьком огне тоже нельзя делать. Нужно огонек такой приличный вообще-то. У меня нормальный большой огонек. Но и не пережарить. Потому что если огонь будет не сильный, то оно будет как вареное, а не как пережаренное. Ну давай, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. Вот в рецептах пишут, спассеровать, там трам-пам-пам. А как это увидишь? Если человек ни разу не готовил, не знает, что такое пассеровка. Никак не поймет. Ему бы, конечно, рядом постоять, попробовать. Ну вот, ну хотя бы посмотреть, как это происходит. До какого состояния ее жарить. Тут же все на этом. Посмотрел, вроде бы нормально. Но есть закон хороший. Готовишь, с кухни не уходи. Потому что если уйдешь с кухни, то это не готовка. Ну, во-первых, интересно, что там происходит. Мне до сих пор интересно. Перебьется интернет без вас, ничего страшного. Ну или ноутбук на кухню поставь. Будет вам мягко тяскать. Так, ну все, готово. Готово, теперь нужно пережарить томат. Потому что томат не пережаренный, он как сырой все равно. Нельзя вот просто томат положить. Слушай, не дофига ли я его сюда зафигачил? Так, хватит. Вот. Он будет как сырой, будет невкусно. Вот то, что мы сделали, если вот просто вот взять томат, раз сюда, не вот так вот, не пережарить его, то будет невкусно. Так, зря я туда кинул эту штуку. Томатов все равно не хватает явно. Вот я ее обратно оттуда вынул. И сюда. Так, ну а где масло? Давай немножко сюда томатику. Опа, вот пошло. С маслом он пережаривается почему-то активнее и лучше. А это у нас там не запечется за это время. Так.
Ну, чуть-чуть его пережарить. Там в нем видно, он забурлит так чуть-чуть. Ну, пожалуй, пойдет. Хватит. Так. И сюда же водички. Ух ты. Откуда у меня такой пламя? А водички столько кладем, сколько хотим, чтобы у нас было это. Насколько жидкий хотим, чтобы был маринад. Ну, с учетом того, что он еще выкипит немножко. Так, ну и сразу же сюда солим. Оп. И перемешиваем. Так, теперь огонек-то поменьше нужно, что у нас так кипит-то со страшной силой. Слушай, воды мало, а? Пока не поздно, еще можно чуть-чуть подлить. Успеть. О, вот так нормально. С учетом того, что она выкипит чуть-чуть. Вот. Ну что, красота, да? Нужно попробовать. Пересолили, не досолили, что там происходит. Вкусно, соль нормально. Может, я не перемешанный кусок взял, надо еще попробовать. Такое ощущение, что пересолить. Продолжение рыбы под маринадом. Ну вот, все закипело, все нормально, немножко протушилось. В смысле, покипело здесь и достаточно. Слишком много не нужно. Морковка уже готова. И перекладываем в какую-то посуду. Оптимальный вариант в кастрюльку, в маленькую. Там. Но у меня кастрюлька маленькая сейчас под рыбу пойдет, по духу. Поэтому я вот сюда вот раз переложу. Маринад готов. Все, теперь сейчас поджарю рыбу. Так, сковороду ополосну немножко. Сковороду ополоснул по той причине, что если не ополоснуть, то морковка вот эта вот, она будет это, как его, она сгореть может. Поэтому взял и ополоснул. И вот здесь вот сейчас рыбки нажарим. Текс, сковорода, давай, разгорайся. Разгорайся. Оп, горячо. Оп. Ну, давай, нормально. Так, рыбу надо посолить же, прежде чем кидать на сковородку. Текс. Вот тут соль мелкая. Чуть-чуть ее посолим. Сильно не надо, потому что у нас там с маринадом все в порядке. Какой-то контраст должен быть между рыбой и маринадом. То есть, если рыба будет пересолена, то маринад будет не нужен. Поэтому солим прям чуть-чуть так. Лишь бы. Оп. Ну вот. И огонек чуть-чуть уменьшаем, чтобы она у нас не спалилась. Ну и про что вам рассказать, пока она жарится. Давайте, может быть, сделаем небольшую паузу. Вот. И я к вам вернусь, когда она чуть-чуть с этой стороны уже поджарится. Подождите минутку. Продолжаем видео про рыбу под маринадом. У меня, как всегда, села батарейка в ответственный момент. Рыба за это время поджарилась, пока я ее заряжал. Теперь что? Можно рыбу полить этим маринадом и сразу кушать. А можно утопить ее в маринаде
И она тогда пропитается. Ну и тоже кушать рыбку под маринадом. Вот, уже пропитанную. Ну вот, в общем-то, и все. Смотрите наши следующие видео. Пока!